Если мы сейчас перестанем ебланить, нам полчасика хватит. Сколько мы уже здесь сидим? Три часа. Ты нахуй кадашь на распыл мне. Еще вполне удачный рейд, скажу я вам. Зашел. А чё, наручи анролла мы шли или чё? А, перчики, реально. Вага, пошли ниже каналом пока что. А чё у нас демон до сих пор не допрести? Наёбывает, он хочет осколки собирать. Он мне писал, что хочет купить. Я даже не знаю, какой лучше взять. Там еще спрофа же. Я его пароль, может быть. Да, еще... Да, да. Ну, точно не на приста. Ну, отдавай, наверное, шторы там, не знаю, или как сделать с кожаным поясом. Ну, да. Нет, не Фоджа. Там лог какой-то. 87. А Мадиар-то чё не ролит? Демон воплоти. Мадиару не нужен, ему ЗВД больше нравится.
О, какой. Уже думают, бля, дохуя шмоты сролил, скажут, охуел, да? Он типа не ролит. Думаю, сейчас сотку кинет. Хулипал. Не спать. А нам никто не говорил. Мы и так и били. Ай. Они просто что давали один каст пауков, нахуй, и люди отлетали по три тел. Не знаю в чем. Что было не. Это еще и сейчас топорами вихри выйдут и пизда. Вот и был дохлый. Пока. Да. То есть уже в Т4 не веришь, да? Да нет, я просто вар такой на побегать. Я не бегаю, я хочу Т5 себе просто задонькать, да и все. Идек жду. Да есть у меня персет. Ты пересадить меня хочешь? Ну давай сейчас Синдра, если нет, а не умрет. Я палом потанчу. Есть у меня. Ну не очень сильный, там 1012 максимум. Рога, лок, маг, кот. Ну плюс-минус. Лок точно 12, но возможно у него есть КД. Надо чекать. Я не... Не, нет. Я бы такое, если честно, вару закрыл, эту всю хуйню. А, блядь, нету лучше танка, чем прото-вар. Сам же говорил. Ой, просто слишком пьяный был. Не, он мне там целый, блядь, экзамен. Что такое ШВ, сколько секунд, блядь, сколько тиков мертвой чумы, охуеть. По пьяни.
Ля, боешка. Зря отранили эту комнату. Охуенно, блядь, мазать. Вообще обожаю. Да. Да, я здесь. Поспамьте тогда лучше это. Ну, замену мне. О, а чё спрашивал? Синдру, я только десятки закрывал или чё только десятки? Да. Ну метку точно в рейд не буду выносить, блядь. Нет, два слота, ноги тоже мне замена. Да не, я же говорю, я варом хотел закрыть, мне остальным не надо, все есть. Ни дроп, ничего не нужен. Вообще, да, я была благодарна, если ты мне замену нашел. Спать хочу, спасибо. Настюх, пойдем, что ты? По-братски. Чтобы проверить очень и очень, надо протестить хотя бы. Вы и так будете вайп. Хе-хе. Заклинаю. Ладно, всем удачи, ребят. Ага. О, давай за Теринаской зайду, ДЦшником своим. Заебись идея, да? Вот, я тебе могу подцешить. Уже спламится. А чё, сколько осколков полутал уже? За инс 2. Сильно. 263 лог, говорит, сейчас напишет. Один только слот, правильно? Ну, у нас еще маг АФК. Ну, блядь, ты маг вернуться должен, по идее. Просто он, походу, там соли неплохо ебанул, его перекрыло. Сейчас пшизит.
Вообще есть ощущение, что он хуй забил. Написал, что минута АФК. А, да, ты 5 вар написал, что минута АФК. А, принимать уже надо. Мне в танка? О-о-о. Ну это ты зря, конечно, ну ладно. Есть там шкаф? Нету, сразу уж свое. Демон в лаптях. А, воплоти. Да, вон там Даркавка кто-то смонить. Ладно, я смоню его. Нажмите. Походу переполнен или чё, меня типа не суммонит. Я принимаю, но меня не перекидывают. Не должно. Ща, лечу. Лечу сейчас. Мне маг писал в личку, что он отойдет минут 15. Еще перед первым вайпом на ивенте. Грубо говоря, минут 20 назад. Как минимум. Включу опять. В ОФД много плюсиков поставил. Я не могу принять сумму. Я принимаю, меня не тпшит. Никого не принимаю, это какой-то баг. Баг какой-то. Никого не тпшит. Ну да. Шкаф китайский. Вообще час 30, но у меня режим ёбнут. Ага, так-то время есть уже пол шестого, ребят. Вроде как добрал. Спрашиваешь или кого?
Спасибо. Меня не надо уже самонить, спасибо. Я уже тут, 8 про. Поднимайтесь все наверх. Проход. Убирайтесь там тотемы. Да. Пойду квест, возьмем на синдром. Четыре минонсет на мана, ну за станчил нормально. Ну думаю, да. Так он потел, да? Пол, тыкните, парень. И он там рыба стоит. Мне в танке или в ДД? Дайте сопротик, кстати. Ну так я и говорю, продайте сопротик. Бегу, бегу, бегу. Что? Ну что, я проснулся тогда? Нужно... Че, серьезно? Давай в пять. Давай в 5 втроём, я попробую. Это же обычка, конечно, в 5. Нас хилы свои все, кроме хулиночки. Дайте фулл баф, там всё. Продайте танку сопрот, ёпки.
Что там на меня покупатели спихивают? Чё у меня вся личка за... Лёша, ты что ли? Приста, баф, пожалуйста. Дайте приста баф. Да. Фарада вагон. Можно попросить еще раз столик поставить, мага? КД, мужики, 40 секунд еще. Кик и Фарада, хочешь мага возьму сейчас? Блять, нормального мага сейчас потеряем. Ну, блять, Фарада, потому что... Блять. Ага, хз. Он мне КД написал, блин, только что. Боёб, что ли, просился? Ну всё, пиши Фарада, что мисс кликнул. Блин. Блин, сука. Чё, 24 пойдём? Живой там ещё, блядь. Втраем 24 без фара. Ты ебать эти математик. Фарада очнулся. Ругается, что его кипит. Я хули он покашет. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Я спать хочу. На... Я тоже уже... Да, паладин, покидайте Фриден, потерял его. Ну, ну на панели не могу найти Фриден у себя. Да, поставил это. Бартендер поставил, и он маленько все как-то не изменил. Че, Васян-то, ёпта? Фриден, да, окей, хорошо. Бля, хули палачи на танке сидит? Но мне частицы нету, если что.
А протпал себе фридом сам не может дать? У него ж есть. Бартендер во всем виноват. А, это он написал, я понял, окей, хорошо. Я только сейчас скачал его, бартендер. Ты ошибку совершил. 5 метров. Я понял. Справа близко. Крайний РДД в центральной миле. Лок. Право чуть дальше. Центральную подбивайте. Право близко. Левую там вторую подбивайте по центру впереди. Я задыхаюсь. Разбейте справа. Право. Спасибо. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Давайте, как локом ловит тяжку чел. Скоро будет весело. Точнее, сейчас. Нет, не сейчас. Право. Вот сейчас вторая фаза будет. Не будет веселиться. Нет, не будет. Милики. Алло, хил! Хил! Прохил! У тебя еще есть частицы? Да, есть частицы. Да, я не успел повернуться. Доли. Блин. Бар забери. Бар забери. Танк меня поменяете, нет? Чтобы я скинул стаки. Мне больно. Холи палочка, в середину беги. Блять, вправо уйдите все. Ну это все, давай, нахуй.
Вара, Вара, хильте, я дал ему что-то. Череп влево. Все, Вара забрал. Пала хилим. Почему я единственная, кто хилил, блядь, про товара? Упал. Вар, забери. Пах, нахуй. Вообще не хилее. Бля, сука, хулипал, долбоёб! Смотри, блядь, на экран, дура. Веселый хулипал всё-таки. А можно узнать, почему вы ставите метку так близко к боссу, именно вторую, которая в центре? А не поставить ее ближе к РДД? Потому что ты видел, кто замерз сейчас? Там у Вары масс-рез был. Замерзли сзади. Я имею в виду, чтобы милики могли бить, а РДД по сторонам стояли, допустим. Вжаться в босса нахуй и не поймать эту метку. Слышишь, вот? Если типа ты не можешь по-другому. Я буду убивать ваши глыбы, которые вы там насрали. И я на меня сразу же кидается метки, я обратно побежал. Ёбаный в рот, нахуй. Кто там встал? Кто там бегает, блядь? Ну, бля. А кто там встал вообще? Кто, блядь, на балконе умер? Вставайте, бегите, пожалуйста, сюда сами. Барс, тебя починка, сука. Дробящий. Доброй охоты. Ступай с миром. Не-не-не, нормально. Он меня сменил, все нормально, я жил. Меня просто, когда я второй раз забрал, вообще не хилили. Поэтому у меня сложилось. Не, я успел скинуть стаки, пришел, забрал и его сложило. Да, ну как будто его тоже не хилили. Такое чувство, что его не хилят. Да нет, там хулипал, это просто, блядь, бизнес. Ну да, это кадр. То есть я весь бой почти без частицы бил. На мне частица повисла только в конец боя. Я убегал, хилил вас, Вара. Чего? Я блядь, с вами стою. Там планета валяется. Че, ты добирать будешь два тела? Парада, добирай. Ты вышел, конечно. Папа кашел, вышел, блядь. Настоятельно. Ну, он у меня слабый, если чё. То есть, прям чё. Ты, главное, танков держи. Вообще, забей хуй на рейд, просто танков держи. Окей. Я тогда пойду, дойду пока курить, пока добираете. Там добирает никто. Ну я могу включить типа спамер. Похуй. Может кто напишет. Бафы можете дать? 300 баф, как? Да я жду второго приста, блядь. Чё? Вот ханта жду. Вот сова.
Мне это очень интересно, почему кто хилера из-за шкаф. ДЦ приз вожденки, поэтому следствие дух. Сопрот продайте, пожалуйста, кто-нибудь. Кто продает? Я немножко охуеваю, не прерываюсь. У нас, блядь, 5 хилов было. Из них только ДЦ в освобожденке хилил Вара, который умирал. Потому что его на него положили писюн. Большой такой. С меня размером. Конец. Поставь третью ауру. Угу. Кто-то еще поставил. Да у нас все, он офнулся. Инопланетян. Че, серьезно? Совет дайте бафам. Ну, вроде дали все. Кому? Ой, ты зачем тебе сапрон? Забей хуй. 25 кхп, я сдохну. Да, блядь, типа будут стаки, тебе главное выжить на второй фазе. На первой фазе нечего дохнуть просто. Главное на второй выжить. Прям залупа будет, будет 4 хила в освобожденке, БЗ жмешь и все. Ну или бабл. Нахуй тебе сапрот, нахуй липали. Блин, кините кто-то дискорд, пожалуйста. Кто там копировал? Дали бафы по нему. Че ему там? Интуем ему тогда. Лапку бы бафнули. Не добираю уже, наверное, где я. Не добирать? Не. Ну шо, мы же убьем в любом случае. Давай. Убить-то Синдро убьем. Я, он без дискорда. Линканить. Ну имею в виду то, что линканить. МТ пал, да? Да. О, частица. Да, подождите, сейчас я линкану ему бис. Кто не может. Дал рыбу для особо ебущихся в глаза. Мак, нужен 249-й, тактики знает. Если он себе согласен повесить КД на два босса, то да. Нифига зайдет. Долго. Сова, ты в дискорде? Плюс тактики знаешь? Тебе Вар, надо, я да? буду Вар, я буду говорить, когда забирай. То есть раньше времени не беги, не забирай. Адмирал, все, 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 я уже готов. Я все вытащился. Адмирал. А. Пиздуй в рейд. Куда? Санек, здорово. О, адмирал, а ты этот, если не спишь, зайди за меня под ДТШ, а? Я сейчас сижу с вакханалом, он мне одну хуйню скинул. Точнее, как. Тот чувак, который у него делает ДТЛС, он опять закатил обнову без моих правок. И теперь сейчас сижу, блядь, правлю. Этот, через минут 15-20 зайдешь в дис. Я? Ну не я же. Ну окей, смотрите, куда? Мага. Куда, Лех? Какой точнее?
Ну сюда зайдешь. Окей, так, время чего? 1.51, все, окей.